Они уничтожили всю первичную медицину, включая и санэпидслужбу. В свое время в Алма-Ате собирался весь мир. Прилетал к нам Альберт Гор, вице-президент США, он потом написал интересную книжку о защите природы. Они все вместе голосовали о том, что в Советском Союзе лучшая первичная медицина, лучшая диспансеризация, лучшая профилактика, лучшие меры борьбы со всеми заразными болезнями. Что советская страна победила и чуму, и холеру, и малярию, и даже черную оспу. Давайте вместе развивать и двигать вперед. За последние 10 лет, к сожалению, и это пустили под нож. Сократили 40% врачей, которые занимались этим делом. Сократили почти все санэпидслужбы. Сегодня вот здесь выступали великие ученые, сказали, кто лечит больного. Медсестра и санитарка. Идите поищите. Даже в элитных больницах их практически нет. А врача-терапевта вообще днем с огнем не найдешь. Если собирался ты привиться, то ты должен записаться, и тебя примут через 3 недели. И потом еще будешь платить за каждый пиар-код и все остальное. Все это надругательство над здравым смыслом.